вами канал «Улица Москвы». Мы в Садовническом переулке. Это уже жилая часть острова Балчуг. Здесь улица Садовническая. Это восточная часть острова. Тут больше жилых домов. В западный только, я знаю, вот по Серафимовичу. Еще там строятся апартаменты. Здесь тоже. Так, мы идем сейчас в направлении набережной водоотводного канала, то есть Садовнической набережной, которая называется, собственно, как этот переулочек, как улица тоже. И перейдем, наверное, на другую сторону, то есть как бы на большую землю по пешеходному мостику. Зверев мост, так называемый. Так, вот Садовническая набережная. Там уже Садовое кольцо недалеко. В 1930 году сооружен этот мостик. Сейчас будем переходить в водоотводный канал. Уточки вон плескаются. Перешли в водоотводный канал и оказываемся на Озерковской набережной. Но здесь, кстати, видны следы реконструкции. Плиточка, новые светильники. А довод Садовнической набережной реконструкция пока еще не доходила. Ну вот, посмотрим на Зверев мостик. Такой вот локальный пешеходный мост. Ворона как у кого-то атакует. У них там в вороне разборки. Так.